ЗАГСом Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Эти слова хотят услышать многие девушки, с самого детства мечтающие о пышном белом платье, как у принцессы. Свадебная церемония Андрея и Кристины должна была состояться еще весной. Но кто мог подумать, что жизнь может внести настолько серьезные коррективы в подготовку к торжеству? У нас должна была состояться свадьба 29 апреля, но в связи с пандемией в стране нам пришлось ее перенести. Одинцовский ЗАГС в этот непростой период работал по графику, но с учетом особых ограничений. Под запретом оказались массовые мероприятия, поэтому многие свадьбы перенеслись. Все регистрации проходили исключительно по предварительной записи. Конечно, кто-то переносил регистрацию брака, потому что люди готовились заблаговременно, хотели торжество. Постепенно карантин снимается, но в любом случае остаются ограничения. Постепенно работа ЗАГСов возвращается к обычному режиму, но пока все так же необходимы маски, перчатки, гостей не более 7 человек и, конечно, социальная дистанция. К слову, не только свадеб стало меньше, но и разводов. А маска свадьбе не помеха. Ничто не должно омрачить такое важное событие, как создание новой семьи. Елена Морозова, Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».